Всем привет! Купил такие дешевые наушники ТВ с гарнитуром. Значит, у нас вот такие вот характеристики. 300 мАч. Бокс зарядный, значит. И тут у нас 35 мАч. В общем, такие вот характеристики. Давайте вскроем их. Здесь у нас инструкция, все на русском языке. Что-то у нас здесь зарядочка, как у айфона. Вот так вот выглядит коробочка. Легко открывается крышка, вот так побалтывается немножко. Так, наушники сразу у нас так заиграли разными цветами, как елка. Значит, у нас здесь кнопочки, они на кнопочках получается. Один вот заиграл, а второй почему-то нет. Странно. Так, ну что, давайте посмотрим, найдем на смартфоне. На смартфоне найдем подключенное устройство. Добавить устройство. Вот у нас появились. Так, решить доступ. Давайте решим. Все, у нас наушник, значит, подключен. Попробуем его послушать, как он там у нас играет. Показано, что у нас 70% зарядки. А этот что-то у нас, я не знаю, сейчас работает, нет. Такая вот коробочка. В сравнении там у меня есть другие. Другая коробочка, тоже похожие наушники, но она более такая округлая, что ли. И сама по себе по весу чуть-чуть потяжелее. И здесь вот она такая прям плотненько так открывается. В общем, получше вот эти наушнички. Ссылочка будет в описании под видео. Так, сейчас мы, значит, включим что-нибудь, музыку какую-нибудь включим. Музыку включим какую-нибудь популярную. Что он тут, музыка не грузится. Что-то музыка не грузится. Что-то интернет куда-то пропал. Так, ладно, давайте тогда медиафайлы. Посмотрим, найдем что-нибудь. Так, ну один наушник у меня только играет. Ну такая средняя частота, в общем, ну вот эти вот наушники намного лучше звучат. Вот, давайте даже их сравним между собой. Они тут без кнопочки, тут у нас сенсор, а здесь вот у нас какая-то кнопка. Есть кнопка. Ну, что-то вот как-то никак не завелся. В принципе, они чем-то схожи. Намного толще, тут два контакта. Здесь вот так вот. Тут это вот копия наушников AirPods, более лучший вариант, чем вот это вот. Как-то она и потолще немножко. Ну вот это стоит подороже, они стоят. Тоже грязные. Нравится. Уже использую их там полгода. Вот такие пирожочки.
Ну, ссылочка вот на эти наушники будет в описании. Они намного лучше и звучат лучше. А это, ну, ерунда. Не стоит брать такие наушники. Мне не уже не понравились. Сама вот эта коробочка, крышка вот эта хлипкая такая прям болтается. Вот. Так как-то. Также тут у нас мы видим, что один из наушников не работает почему-то. Тут у нас загорается лампочка. А вот он сейчас подключился. Вроде как. То ли он разряженный. В общем, надо нести в магазин. В общем, всем удачи. Я тут дальше буду разбираться с этими наушниками.